Отделение неврологии – это медицинское отделение, которое диагностирует и лечит заболевания головного мозга, спинного мозга, периферических нервов и мышц. Выявляет причины неврологических заболеваний, исследует их лучшие методы лечения. В 2009 году на базе бывшей республиканской клинической больницы номер 2 был открыт сосудистый центр для оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Здесь оказывают помощь по неврологическому профилю, как для жителей республики, так и для жителей Российской Федерации. Клиническая база наша сформировалась слиянием через ликвидацию таких учреждений, как известно в городе ранее РКБ-2, 6-я городская больница или больница скорой медицинской помощи, городская поликлиника номер 2, такие крупные учреждения, оказывающие помощь населению республики, как амбулаторно-поликлиническую, так и специализированную. И исторически мы сохранили весь функционал этих учреждений, все виды помощи. С 2020 года вышло постановление правительства, и весь 2021 год мы уже работали как федеральная клиника с федеральным госзаказом по всем видам специализированной помощи. Благодаря тому, что университетская клиника теперь является федеральной, появилась возможность госпитализировать плановых пациентов по программе ОМС для проведения бодулинотерапии. То есть это пациенты, которые перенесли инсульт или у которых есть первичная мышечная дистония. Мы работаем по двум основным направлениям. Это оказание плановой медицинской помощи по неврологии и оказание неотложной медицинской помощи. Неотложная медицинская помощь у нас – это пациенты сосудистого профиля, это пациенты с инсультами, и пациенты, госпитализированные по неотложным неврологическим показаниям. Как правило, это судорожные приступы и нейропатии, остро возникшие. Помимо этого, в университетской клинике есть плановое отделение, куда госпитализируют пациентов с первовыявленными заболеваниями, которые ставят поликлиники. К примеру, это болевые синдромы, впервые возникшие, либо труднокурабельные, а также заболевания, требующие дальнейшей диагностики и более углубленного изучения и диагностического поиска. На сегодняшний день в плане оказания инсультной программы в университетской клинике Казанского университета есть все виды оказания медицинской помощи. Это консервативная терапия и рентгенохирургические методы. Елизавета Никитина, Никита Акиньшин, Универньюз.